Яркое солнце, сияющее над иссушенными холмами Сан-Катальда на Сицилии, вызывает отчаяние у местного козовода Луки Камараты. Он пытается найти для своего стада хоть немного растительности. На пастбищах ничего нет. В этом году на земле ничего не выросло. Животные гуляют, едят то, что находят, а затем мы пытаемся дополнить их рацион водой и кормом. Лука разводит коз редкой местной породы гергентана. Говорит, что вскоре на Сицилии их может не остаться. Если мы не сможем удовлетворить потребность животных хотя бы в воде, придется отправить их на убой. Другого пути нет. Мы не можем отдать их фермерам в других регионах, потому что рынка для живых животных нет. Им суждено отправиться на бойню. Нехватка воды сильно ударила по центральным районам Сицилии, таким как Сан-Катальда. Водохранилища пересыхают. На фоне этого сицилийские власти стали нормировать воду в крупных городах даже для бытовых нужд. Если не собирать каждую каплю воды, падающую с неба, Сицилия превратится в пустыню. Нам нужны плотины, колодцы, озера и все, что можно установить для сбора воды. Стоимость потребления воды для фермера удвоилась. Ему приходится полагаться на автоцистерну управления лесного хозяйства карабинеров, которая приезжает каждые 15 дней. Земля сухая. Водосборники, которые мы выкопали на пастбищах, полностью высохли. Работники управления отмечают, что ситуация в некоторых районах катастрофическая. Проблема в том, что при наличии только одной автоцистерны на всю провинцию становится невозможным удовлетворить потребности всех фермеров. Сицилия месяцами страдает от нехватки осадков. Итальянское правительство объявило в регионе чрезвычайное положение. Так, в 2021 году на острове был побит температурный рекорд Европы. Воздух там прогрелся до 48,8 градуса по Цельсию.